во имя всемогущего Бога, во имя энергии света, во имя силы любви, которая творит все миры и планы мироздания, я прошу светлых духов-консультантов и архатов Земли, Солнечной системы и галактики помочь мне в духовном развитии, в укреплении физического тела и в материальном обеспечении, которое я обещаю направить на благо свое и своих близких. Помогите мне быть в добрых и гармоничных отношениях с видимыми и невидимыми сущностями планеты Земля. Помогите любить всех и правильно принимать любовь. Я обращаюсь к своей высшей сущности и прошу поднять мои вибрации, вибрации всех моих физических, энергетических и духовных структур до того уровня, который мне позволен на данном этапе моего духовного развития. Я прошу мою высшую сущность поднять мои вибрации до того уровня, который пойдет во благо для развития моего сознания и моего тела, во благо развития всех духовных сущностей, которые меня окружают, воплощенных и невоплощенных, во благо всего пространства и во благо эволюции планеты Земля. Я благодарю свою высшую сущность и все светлые высшие силы за помощь. Я прошу исцелить все мои физические, энергетические и духовные структуры и наполнить их светом. Я с открытым сердцем принимаю оказанную помощь и благодарю все светлые разумные силы Вселенной за разрешение, данное моей высшей сущности, оказать мне помощь. И благодарю всех сущностей, идущих по пути духовной эволюции, во благо всех миров и планов мироздания. Я даю разрешение на мое исцеление энергиями света и любви и на повышение моих вибраций настолько, насколько это гармонично для меня. Силы света и любви, будьте со мной всегда, во времени и вне времени. Благодарю вас за помощь и любовь. Я принимаю изменения, происходящие со мной, и осознанно направляю свет Бога, идущий через меня, в материальный мир. Да будет так.